Приветствую вас, дорогие мои смотрители. С вами мэтр Евгений. Сегодня будем говорить про зомбирование. И перед тем, как мы начнем, убираем малолетних детей от телеприемников и своих репродукторов, ставим 3-литровые банки и заряжаем их. Напоминаю, что, значит, рассасываются кредиты, обнуляются штрафы ГИБДД, уходят ипотеки, увеличивается размер груди, уходит целлюлит и вся остальная польза благодаря тому, что во время моего видео, во время сеанса заряжаем воду, потом ее пьем. Либо урожай помидоров увеличивается в 2 раза. Потом просто поливаем рассаду, тоже будет эффект. Но действует только во время первого просмотра. Вот когда первый раз видео смотрите и ставите банки, тогда заряжается. Во второй раз уже эффект очень сильно снижен. Я вчера выложил видео про Гену Монаха, где я ему задавал вопросы. Что такое дух? Почему практика духовная, хотя ты занимаешься повторением мантры? На что он мне сказал по факту, когда я стал его прижимать уже конкретно, ну а почему слова-то отличаются? Почему? Он сказал, ну просто так называют мудрецы. Хотя у нас нету такой традиции в России мудрецов, которые бы называли повторение мантр духовной практикой, потому что сама по себе практика повторения мантр к нам пришла, ну, в таком большом объеме в начале 90-х, а в принципе, там, ну, грубо говоря, там единицы какие-то занимались в конце 80-х. Поэтому говорить о том, что у нас есть некая традиция, где есть мудрецы, которые называют это духовной практикой, это тоже, я не вижу оснований для этого. Вот. И что мы видим? То есть, конечно же, надеюсь, что я ошибаюсь, и Геннадий действительно занимается серьезными делами, и ну, просто мне они непонятны. Мне, сугубо меркантильному материалисту, не понять всю суть его практики. Вот. И просто он не смог донести до меня всю ту внутреннюю глубину, которая там есть. А я не понял это. Но я вот своим тем непониманием, которое у меня осталось, я поделюсь с вами. Значит, первое, то, что я не вижу, что человек пытается разобраться глубоко в тех вещах, которыми он занимается. То есть, почему дух, почему духовное, то есть, конкретно не углубляется в изучение самой по себе практики, ну, вот, всех этих вещей. То есть, то, чему нас, в принципе, и учат в школе. Поверхностное мышление, не докапываться, не пытаться там, вот тебе сказали, и делай, чего непонятного. Чего непонятного, вот как сказали, так и делай. Не надо придумывать, не надо что, вот так надо делать. Вот. С одной стороны, это может быть хорошо, если инструмент работающий. Но я же попытался выяснить у него, какие конкретные результаты на практике есть, но он не смог поделиться. Я искренне надеюсь, что у него все хорошо, ему все помогает. И я не пытался его в чем-то переубедить сильно, я просто какие-то вопросы задавал. Но вот, кстати, некоторые грамотные люди, я посмотрел, что после этого видео отписались, потому что это могло показаться, что это идет некая пропаганда, что я вот эту мысль вот эту продвигаю, что надо вот делать так, как говорит Геннадий. Нет, я буду брать интервью у разных людей, разговаривать с разными людьми из разных конфессий, из разных течений, без проблем. Я это уже большой опыт общения, разбирательств. Вот, это будем находить людей и интересоваться. Простых людей о жизни разговаривать. Я просто вам буду показывать примеры, как люди находятся в своей оболочке, как они зомбированы. То есть и им помочь нельзя, причинить добро нельзя насильственно. То есть пока человек сам
своим взглядом, не посмотрит на свою жизнь и скажет, блин, что-то какая-то хрень. Хотя бы у него сомнения будут. Вот то, что я делал, оно не работает, оно неправильно. То есть пока вот этот вот росточек силы духа, духовный росточек не пробьется, не скажет, слышь, может, все-таки это что-то не то в жизни мы делаем. Вот. Запрещено, нельзя подходить к людям, там, оказывать им какую-то помощь, поддержку, если они об этом не просят. То есть можно сказать, вот человек-то неправильно думает, а я-то сейчас ему научу правильно, научу, как правильно жить. Нельзя, нельзя. Вот. Ну, как говорится, можно, но вас могут и побить. Вот, поэтому, если человек не просит о помощи, значит, у него в жизни все хорошо. Поэтому я рад, что ну, другие люди занимаются какими-то практиками, там, повторяют молитвы, мантры, и у них жизнь складывается так, как им нравится. Вот, если это действительно так. Ну, в данном случае, то есть какой пример, в чем? То, что, в принципе, нельзя обосновать какими-то логическими причинами, что так делать надо, так делать не надо. Итак, можно сказать, что будет происходить в любых сферах жизни. То есть можно человека по-хорошему зазомбировать, что ну, у него будут какие-то результаты позитивные в каких-то областях. Там, деньги, отношения, здоровье. То есть человек, как правило, со здоровьем проблемы, потому что он по какой-то причине хочет умереть, либо себя наказать хочет. То есть сама по себе физиология, она позволяет человеку хорошо себя чувствовать, все механизмы работают. Если не совать в себя всякую ерунду, а отличить эту ерунду от ерунды именно помогает честность и сказать, не, я эту фигню есть не буду. Во-первых, там после нее там у меня понос, либо запор, либо запах плохой, либо еще что-то. Ну да, ну конечно, она в пятерочке по красному ценнику идет, самая дешевая. Ну блин, как-то он честно скажет, не-не-не-не, стопэ, не надо. То есть честность, она спасет нас во всех сферах и аспектах жизни, если мы будем опираться на нее. Вот. И как работает зомбирование? То есть в чем секрет зомбирования? Я сейчас расскажу. Вот. Я, естественно, вас всех зомбирую. То есть знаете, что все, кто смотрит мои видео, они зомбируются, а все подвергаются гипнозу. Поэтому хотя бы поберегите малолетних детей, их хотя бы убирайте. Ладно еще я такой, скажем так, ладно еще вы, уже взрослые, как бы вы сможете как хотя бы попытку сделать, противопоставить себя моему гипнозу. Но ни у кого не получится, потому что я действую сразу напрямую на подсознание. Вот. Всем причиняю добро. Вот, хотя я сказал, что это нельзя делать, но я делаю. Вот. И идет непрерывный поток информации. То есть идет отключение критического барьера, критического мышления. То есть ребенку в школе целый день, там, ну, в зависимости от там, сколько там, 4, 5, 6, 7, 8 уроков, сколько у него там. Целый день с утра до вечера стоит говорящая тетя, ну пусть там на физкультуре, там, неважно, дядя, но все равно там заставляют часто иногда какие-нибудь прыжки делать, что не делать, что не хочется сейчас делать. Вот там тоже своего рода форма информации есть. Но идет поток. И, соответственно, что потом в жизни? В жизни этот поток не прекращается. Новости по радио. Новости по телевидению, какие бы то ни было. И поскольку у человека отключен критический барьер, там, ну, в какой-то степени он работает, там происходит какая-то реакция, это плохо, это хорошо, ой, бензин подорожал, каким-то образом чудесным, вот сам по себе взял и подорожал бензин, газ подешевел,
Вот. Но не происходит критическое восприятие. И, соответственно, благодаря этому, почему средства массовой информации так эффективны, хотя, казалось бы, ну ты проверь информацию-то, что они тебе там лепят-то, Горбатова, ты что-нибудь проверь, так или не так. То есть даже идеи того, что там что-то не так, нету. И, соответственно, вот все, что говорят, к средствам массовой информации относятся книги и кино. Все так и есть, жизнь такая и есть. Вот. Это и есть метод, что в школе отключают критическое восприятие мышления, критическое восприятие информации, так, не так. Вообще надо это слушать, не надо. Я вообще в принципе не хочу это слушать. Вот люди говорят, там дети, да я вообще в школу ходить не хочу. Не то, что там учительница хорошая, плохая, там еще что-то. Я в принципе не хочу эту информацию слушать. Нет, по этому каналу новости не очень, давай включим другие новости. То есть все равно будет, зайдут. Не с этого входа, так с другого. Вот, рассказал про конкретный, на конкретном примере, вот, человека показал, который находится под воздействием. И это, можно сказать, такой продвинутый уровень. То есть человек занимается осознанностью, практиками, размышляет о карме, читает писания разные. То есть это прям уровень, прямо ух. Но я считаю, что вот это тупиковая ситуация. То есть человек не развивается. Это мое ошибочное суждение. Гена красавчик. Вот, у него все хорошо. Пишите в комментариях, кому что нравится, кому что не нравится. Кстати, одна из фишек, чему учат в школе, это сидеть тихо под партой и не высовываться. А высовываться можно только если поднял руку. Руку поднял, тогда спросил. Вот. Поэтому часто люди не пишут комментарии, там, не ставят лайки, дизлайки. Вот по-честному скажи, дизлайк поставь, скажи, мне твоя морда не нравится, ты просто вот что-то чудило тут сидишь. Это. Напиши комментарий нормальный. Подсматривают там через щелочку, там, ути-пути, ой, что там вот рассмотреть, что там делают. Давай уже, все, хорош. Жить давай, начнем жить уже.